12 апреля в России отмечается День космонавтики. Традиционно у памятника Юрию Гагарину прошел торжественный митинг. В нем приняли участие руководители и жители округа, а также студенты техникума, где в свое время учился первый космонавт. Первый в мире космический полет совершен на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Этот день изменил историю всего человечества. 12 апреля стало значимой датой не только для нашей страны, но и для всей планеты. Юрию Гагарину тогда аплодировал весь мир. И сегодня, спустя 57 лет, о его подвиге говорят все – и взрослые, и дети. Так просто. И слово с улыбкой найдя, поехали, словно судьбу бередя. С именем Юрия Алексеевича Гагарина в Люберцах связано многое. В его честь назван проспект на севере города, а в центре открыт музей. Его имя с гордостью носит техникум, в котором получают путевку в жизнь юные гагаринцы. Я очень горжусь тем, что я обучаюсь техникуме имени Юрия Алексеевича Гагарина, потому что это великий человек для нашей страны и для истории в целом. 12 апреля – особая дата для руководства и студентов Гагаринского техникума. Каждый год они устраивают торжественный митинг и каждый раз приглашают людей, которые лично знали или хотя бы раз в своей жизни видели легендарного космонавта. Каждый раз 12 числа я вспоминаю, когда прозвучало это сообщение, такая нас охватила радость. Мы были молодые тоже, как вы. Вот. Такая радость. И все мы, все люди не могли быть дома. Люди выходили на улицу. Все собрались и пошли на Красную площадь. Идти было не очень далеко, нам институт около Белорусского вокзала. Но народу было столько, что где-то на Маяковской мы застряли. Для моего поколения этот праздник, день 12 апреля, он такой же великий, как день 9 мая. Свои поздравления выразили и самые маленькие жители города. Они подготовили стихи и танцевальные номера, приуроченные ко Дню авиации и космонавтики. А завершился митинг традиционным возложением цветов к памятнику первому человеку, покорившему просторы Вселенной. Луиза Егязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.